Критика утомляет и загоняет в рамки. Я надеялся найти хоть какое-то логическое объяснение. Какая лучше? Первая? Или вторая? Лучше, хуже, без изменений? Без изменений. А ты что думаешь о картине? Я думаю, трезвость ему определенно вредит. Пирс был на пике своего алкоголизма. Именно. Зря я вообще бросил пить. Не оригинально. Не смело. Прости. Я вас не спасу. Я кое-что нашла. Кто автор? Это завораживает. Сосед сверху умер. И ты забрала? У него ни семьи, ни друзей. Ты можешь разбогатеть. Она гениальна. За его картины развернется война. Знаешь художника по имени Ветрил Дис? Нет, странно, ведь у нас тут все. Кровь придает теням красноватый оттенок. Посмотри на картину. Только долго надо смотреть. Она начинает двигаться. Мы в опасности. Нельзя было использовать Диза в своих целях. Дис провел 20 лет в психиатрической больнице для преступников. Существует какая-то сила. Оно живое. Связано с его искусством. Этот ужас на самом деле происходит. Здесь у меня бойня. Ты помнишь, что Диз завещал все картины уничтожить? Сюда! Избавься от него. Сложи в ящики. Я вас не спасу. Всем казалось, что это часть выставки. Инстаграм разрывается. Дис произвел фурор.